КС-23 «Дрозд» – это первое помповое ружье, созданное для отечественных силовиков, работа над ним началась еще в 70-х годах. Конструкторы создавали нелетальное оружие для подавления массовых беспорядков, в частности бунтов в тюрьмах и колониях. Основной тип боеприпаса – газовые гранаты калибра 23 мм. Поскольку заказчик требовал довольно высоких показателей по дальности и точности стрельбы, конструкторы оснастили свое оружие нарезным стволом. А чтобы упростить и удешевить производство, использовали облегченные и укороченные стволы 23-миллиметровых авиационных пушек. Поэтому КС-23 не является стрелковым оружием, поскольку его калибр больше 20 мм, и его следует отнести к артиллерии, как бы странно ни звучало.